Посмотрев на планету, она увидела задорных и жизнерадостных ребят, которые отдыхали в смене. О, как захотела звезда спуститься на Землю и стать одной из тех, кто так звонко смеялся и открывал в себе новые таланты. На профориентационной смене «Город мастеров» проходит церемония закрытия. 14 дней назад она объединила более 500 мальчишек и девчонок со всей России. Пришло время подводить итоги. Две недели смены были яркими и насыщенными. За это время ребята освоили множество компетенций – от деревообработки до 3D-моделирования. Обучение проходило только на самом современном оборудовании. Результатами смены стали разработки 4 генпланов и 4 мини-сада. Из дерева вырезано около 200 новогодних елочных игрушек и сувениров. Проведено 68 анализов морской и водопроводной воды. Собрано 8 моделей квадрокоптеров, 70 моделей роботов. И это далеко не все достижения участников. Каждый сменовец получил свидетельство о прохождении обучения по дополнительной общеобразовательной программе. По итогам смены 15-й округ признан самым инициативным. Кроме того, каждый округ разрабатывал проект городского учреждения. Лучшим признан проект 3-го округа. Призеры и победители получили грамоты и памятные сувениры. Также ребята 15-й смены 2017 года оставили послание мальчишкам и девчонкам. Письмо откроют участники смены «Город мастеров» ровно через год, в 2018 году. Привет, друзья! Мы участники 15-й смены 2017 года. Хотим дать вам несколько советов. Первое. Не теряйте времени, старайтесь освоить как можно больше новых компетенций. По словам сменовцев, это были две недели открытий новых друзей и ярких впечатлений. Я выбрал прототипирование, потому что мне очень понравилось работать на 3D-принтере. Мы научились работать в 3D-редакторе и делать модели сами, и потом распечатывать их на 3D-принтере. Я в лагере, в смене впервые, и я сначала думала, что будет хуже, что я ничего не заведу, никаких друзей, ничего, но я ошибалась. Я завела много друзей, и не только из своего округа. Мне очень понравилось, и я приеду еще раз. Профориентационная смена «Город мастеров» проходила в 7-й раз. Благодаря ей тысячи мальчишек и девчонок со всей страны смогли определиться с будущей профессией.